Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него тонкая копия, как слепая, руки вперед вытянула и на ощупь идет, потому что на голове сидит спрут, закрывает им все. Спрут. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Владимира в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Владимира поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Владимира, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе наперед сеанс. Ну, он знаками показывает, что доверит. Сила моего намерения вытягивает его с прута и кидает в клетку. Да, будет так, и так и есть. Готово. Так лучше, Владимир? Слышит он меня? Или еще там да, что-то? Он слышит, там слизят с прута, он пытается снять ее, он слышит, ему лучше. Хорошо, включаем внутренний белосвет Владимиру, выдавливаю всю эту слизь на чистоте спрута, выходит и формируется перед ним шар. Свет пошел, выдавливаются эти энергии спрута чужеродные, также выдавливаются его все подключки. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро под этим шаром, 1, 2, 3, и шар уходит на переработку. Спрут в это ядро, куда шар ушел, сегодня уйдешь ты. Закрывая, печатаю, растворяю. Тебе это понятно, паразит? У него глаза бегают, он поджал под себя щупальцы, смотрит. Хорошо, посмотрим, какой ты вред нанес человеку, и будем дальше работать. Даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Владимира, под ногами 360 градусов вокруг него. Владимира находит все. У него бес вышел сразу. Бес. Хамелеон, джин, инкуб. Джин и инкуб. Суккуб, извиняюсь. Суккуб, хорошо, суккуб. Итак, у нас бес, спрут, хамелеон, джин и суккуб. Да. 3 нижних. Интересно, Владимир. Хорошо, какой у нас бес? Считай цифры. 8. Хорошо. Сколько ты находился в биополе без? 3 года. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Владимира спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько находился спрут в этом биополе? 15 лет. 15 лет массивнейшего воздействия спрут. Спрут вырос там. И что, он думал, там умрет? Он думал, он там и умрет? Состарится, на пенсию уйдет или как? Нет, он считает эти энергии своими. Он вытягивает энергии верхних чакр. А с чего ты взял? Смешивается что... со своими. Хорошо, спрут, с чего ты взял, что это твои энергии? И кто тебе давал разрешение на смешивание этих энергий? Ты получал от него это разрешение? Он смирился, и я смирился. А я не смирился. Спрут получает 50 тысяч герц удар. Удар. С него эта слизь вытекает. Опять слизь. Хорошо. Всю эту слизь собираю в шар и вытесняю за пределы комнаты диагностики. Готово. Хорошо. 15 лет человек страдал. Немножко слизи, я думаю, ничего страшного. Итак, хамелеон, сколько ты находился в этом биополе? 1 год и 4 месяца. 1 год и 4. Какой у нас джин, Вера? 31-27 синий. 27 синий. Сколько ты находился в биополе, джин? 7 месяцев. 7 месяцев. Хорошо. И суккуб, сколько ты находился в биополе? 8 месяцев. Хорошо. Как у нас с реверсом? Спруту еще идет, остальное закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Владимир забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Владимир себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Бес есть лярвы в биополе Владимира?
На руках. От чего не на руках у него? От работы. От работы массажистом. Точно, он нам рассказывал, писал. А почему они черные? От чужих Потому энергий? Потому что грязь не может забрасывать. А он и не пытался. А у каждого человека есть своя энергетика. И эта энергетика, соответственно, не всегда положительная. А иногда и сущности переходят. Кто из вас перешел во время сеанса к нему? Вопрос ко всем. Бес и джин. Бес и джин пришли посредством работы. Хорошо. Бес возмущается. Очень странно, что вас и учат таким работам, но не учат, как защищаться. Бес, кстати, перешел, чтобы вытягивать энергии из других. Ну, посредством вот. рук. Наращивать лярвы. И как это получается? Ну, расскажи мне. Человек приходит. Теряет энергию человек. Человек думает, после... что расслабляется после массажа. А на самом деле он теряет, и ты забираешь через него его еще и чужие энергии, правильно? Теряют с двух сторон энергии. Все энергии идут вот в эти черные накопления в руках. Его физическая энергия, то, что он теряет во время работы, плюс энергия, соответственно, о которой мы говорим. Клиента. Клиента. Хорошо. Итак, лярвы есть, ты хочешь их получить? Хочет. Мы дойдем до места, когда будем вытаскивать это все, снимешь все сначала, и потом на месте доложишь, я тебе дам отдельную команду. Хорошо. Реверс закончился. Реверс закончился. Так, мы, значит, все забрали, да, Вера? Да. У нас начинается сейчас вытаскивание, начнем. Давай начнем тогда с суккуба. Суккуб, выходи. Отключайся полностью, вытаскивай все, что ты оставил, ничего не забывай. Возвращайся и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если хоть что-то будет оставлено в биополе, специально или не специально, вы просто по каналам сгорите. Чтобы такого не случилось, вытаскивайте все. Скуп снял. Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль. Все свои подключки вытаскивай и докладывай к готовности. Готово. Хамелеон, где ты сидел? Сердечная чакра? Да. Как ты усугублял все? Объясни мне. Серым делал, он показывает, как графит свет. И как его люди воспринимали, или как оно отражалось на его жизни, это перекрашивание? Серость. Кругом серость. Он видел серость или его видели да. серым? Он видел он серость. Он видел серость. Безэмоциональность. Хорошо. Объясни мне причину твоей подключки. Почему именно к нему? Что тебе там так понравилось? Свободна была сердечная чакра, а это его место, где он может руководить. Только, то есть воля случая, да? Кто-то меняет цвета и делает всплески, а он любит серый цвет. У серого есть много оттенка. Это верно. Чуть-чуть больше надавишь, серее, чуть-чуть слабее. Совсем другой цвет. Хорошо, хамелеон, я понял. Выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, возвращайся назад. Он говорит, кто-то рисует красками, а я рисую карандашом. Чтобы вы поняли. Все понятно. Художник. У него круг такой с красивыми рисунками, глубокими. Не просто замазан цвета. Действительно рисовать тонким умеет? Тонким карандашом. Ну, я понял. Вижу, как графика рукой. Он снял этот шар. Креативный хамелеон. Хорошо, переходим к спруту. Спрут, на твоей чистоте еще что-то осталось? Нет. Хорошо, очередь беса. Бес, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в биополе. На месте доложишь, что ты закончил. Приступай. У него носки и цепочка между ног, чтобы далеко не ходил. Хорошо. Снял. Хорошо. Разрешайте забрать лярвы. Забирай, ничего не забывай. Приступай. И возвращайся назад. Готово. Хорошо. Все-все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Владимира с бесом, спрутом, хамелеоном, джином и суккубом. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, подхожу к Владимиру, помогаю моей энергии, отстегнуть ему все каналы,
к интерферентам на счете 1, 2, 3, удар. Каналы отлетают. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, мы закончили. Все-все убрали. Буду отпускать в первый раз. Суккуб, ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Угу. Джин, готов уходить? Да. Джин больше не придет в это биополе. Джину все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Он показывает тот, откуда он пришел. Джин оставил там свою пыль, он пойдет назад. Это его право. Готово. Хорошо. Хамелеон, хоть ты и красиво рисовать умеешь, но в это биополе тебе вход запрещен. Ты это понимаешь? Хамелеон обманывает. Хамелеон забирал у него все цвета, отдавал ему серость. Хамелеон. Забираю у хамелеона цвета, делаю его серым. Да, будет так, а так и есть. Ты меня обмануть решил, хамелеон? Хамелеон питался его энергиями. Подсвечивал себя. Менялся. Хорошо, он сейчас серый? Да. Хорошо, хамелеон. Больше ты не будешь цветным никогда. Ты этого говорит, отдай возможность. А почему же ты не дал мне возможность объективно расследовать это дело? Почему ты меня обманул? Ты сказал, только серым делал. Но ты не сказал, что ты забирал все цвета себе. Это был смысл моей подключки. Ты не осознал, куда ты попал. Ты должен мне все было рассказать. Но ты этого не сделал. Ты хочешь 100 тысяч герц удар получить? Нет, он не хочет. Это тебе первое и последнее предупреждение. Если я когда-нибудь встречу, а я помню всех, кого, с кем я работаю, и кого ловил, я у тебя навсегда отберу все. Понятно тебе? Мне хочется с тобой встречаться. Значит, не приходи к людям. Верни цвета. Ты не хочешь произнести слова извинения перед Владимиром за свое воздействие? Он считает, что это был взаимообмен. Какой же это был взаимообмен? Если бы он в тебя вошел, это, может быть, еще и был бы какой-то взаимообмен. Но вошел ты. То есть ты агрессор, ты первый вошел, ты первый начал войну. Почему ты удивляешься следствию этому? Все закономерно, все справедливо, все честно. Итак, ты не хочешь извиняться перед человеком, значит, я отпускаю серых. Он не знает, как. Не знает, как. Ну, действительно, темная цивилизация. Хорошо, возвращаю ему цвета его. Забирай. Он забрал, он напуган, он хочет уйти. Ему надо не было... ожидал такого. Это еще тебе сильно повезло, хамелеон. Подумай, не будет ли такая возможность, что ты опять залезешь в человека, а я опять вытащу тебя? Все может быть. Будущее многовариантно. Открывается наверху портал на чистоте хамелеона. 1, 2, 3. Вышвыри его на его чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Они не умеют действительно извиняться. Так и есть. Хорошо, Спрут. Как с тобой поступать? Он рисует портал. Рисует? Давай рисуй. Интересно. Он показывает тебе, ему нужно открыть портал, чтобы он ушел. Мне нужно. Вообще-то, да. Вообще-то я здесь говорю, что кому нужно. Ты 15 лет... Ты спрашиваешь у него, как с ним поступать. Он показывает, что... А, в этом плане. Хорошо. Я спрашиваю, как тебя наказывать. Уже наказал. Ты ему пробил бок. Потерял много энергии. Хорошо, пусть тебе это будет легким предупреждением. Ты восстановишься по-любому, но ты не забудешь этой встречи. Все понятно тебе, Спрут? Да, еще, понятно. Еще раз встречу, будет удар намного сильнее. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Спрута. 1, 2, 3. Спрут улетает на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Вот же паразиты космические. Хорошо, у нас бес один остался, да? Бес. Хочешь получить эмоциональный фантом? Хочу. Значит, тогда расскажи мне сейчас о основных причинах, о тех проблемах, частотах, которые являются основными, из чего все вытекает. Я сейчас буду зачитывать эти частоты, и ты мне назовешь после того, как я закончу пару этих частот. Тебе понятно? Да.
выходит эмоциональный фантом Владимира, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Низковибрационная им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. А там вышел фантом, там много тяжелых мыслей, я сказала, он такой грузный весь. Хорошо. Владимир, эти энергии вы сами сгенерировали, это ваши мысли, здесь уже никто не мешал. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Он говорит, я понимаю, легкости вообще не было, которую я даже сейчас уже ощущаю. Вот готов это... расстаться. Хорошо, вот это как раз она и есть, это тяжесть. Сворачивайте энергии в шар, бес забираешь? Да. Отправляй бесу. Слушаю тебя. Раздражение, нервозность. Угу. Он чувствовал интуитивно наше присутствие и неправильность бытия, своего бытия. Искал выход. Хорошо, меня устраивает этот вариант. Больше вопросов нет. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. И бес забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Клетка пустая? Да. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. На счет 3 запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Информация идет, что он гибридная душа, ангельская и солнечная. Ему нужно защищать такие энергии свои, уметь. Хорошо, мы эту информацию передадим. Активировано. Хорошо, если он захочет, Владимир захочет встретиться со своим куратором, может к нам обратиться и задать ему 10 вопросов. Идем дальше. Готово. Пусть тонкая копия Владимира вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 620. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Владимира до числового значения 620 Гц. Пошел, подъем. Идея и цель, когда он горит изнутри золотыми энергиями солнца. Тогда он полный, тогда он занятый и развивается. Это его лучшее состояние. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Владимир, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Да, обалденно. Посмотрите на меня. Видим, светит. Он показывает, у него золотой стержень, и лучи белых ангельских энергий от него идут, крылышки есть. И все это играет внутри. С этими энергиями надо работать, сбрасывать негатив каждый день. Выдавливать его, заправляться энергиями, поднимать вибрации, как мы показали в этом сеансе. Все это визуализировать, читать манифест, вникая в каждое слово, от души его читать. Этим вы заявляете о своем пространстве, о своей свободе. И просто бороться за свою чистоту. Если приходят негативные мысли, заменяйте их на позитивные. Не входите в конфликты, начинайте... Прежде всего, с контроля своих эмоций. Если вы не отреагировали, соответственно, ситуация уже не состоится. Он говорит, что я не могу сейчас нормально слушать. Даже я каждой вибрацией энергии наслаждаюсь. Хорошо. Я понимаю, вы соскучились за ними, поэтому мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии сейчас перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Владимира в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. На физическом плане у него очень трудно открывается коронная чакра. Визуализировать должен он поток этот. Фиолетового цвета, да. Он сгармонизировался с биороботом. Визуализация ему поможет еще приобрести вот эту легкость энергии по физическому телу ему информации. Хорошо. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.